Всем привет! Я очень рада приветствовать всех вас на моем YouTube-канале. И сегодня, этим замечательным солнечным днем, я хочу сообщить вам о начале нового долгожданного конкурса, нового долгожданного розыгрыша на моем YouTube-канале, который на этот раз будет посвящен празднику 8 марта, Международному женскому дню, празднику молодости, весны, красоты, празднику всех женщин. На этот раз в качестве ценного бьюти-приза у нас выступит вот такое вот средство от моей любимой марки Доктор Хаушка. Доктор Хаушка — это известная марка немецкой органической косметики. Это у нас Daily Hydrating Eye Cream. Это замечательный базовый легкий увлажняющий дневной крем для нежной зоны ваших глазок, который прекрасно увлажняет кожу ваших глазок, ухаживает за ней, борется с появлением новых морщинок, устраняет морщинки, уже появившиеся, и после применения данного крема кожа ваших глазок подтягивается, она прекрасно увлажнена, она выглядит и является здоровой, молодой и красивой. Непосредственно сам продукт у нас выглядит вот так вот. Это вот такая вот аккуратная туба в объеме 12,5 мл. С вашего позволения я открывать данный продукт не буду. Продукт абсолютно новый, и откроет его новая обладательница. Сама я данный продукт очень люблю, сама с удовольствием данным кремом пользуюсь, возвращаюсь к нему опять и опять, и буквально несколько дней назад сама перешла на аналогичный крем, потому что уже скоро наступит весна, а данный крем я очень люблю использовать именно в весеннее и летнее время года. Итак, для того, чтобы принять участие в моем розыгрыше, вы должны: первое — быть подписчиком моего YouTube канала. Поэтому, если вы вдруг по каким-то еще непонятным мне причинам не являетесь моим подписчиком, то скорее подписывайтесь на мой канал, ссылочку я обязательно оставлю внизу. Второе. Вы должны сделать репост данного видео в одной из своих соцсетей и обязательно мне сбросить ссылку на данный репост в комментариях под этим видео. Третье. Вы должны поставить лайк как минимум под 7 моими различными видео. И четвертое, вы должны написать комментарии к 5 моим различным видео. Имя победителя я выберу в преддверии 8 марта и объявлю о нем на моем YouTube-канале и во всех своих соцсетях. Я от всей души желаю удачи всем участникам моего розыгрыша. С наступающей вас весной и до скорых встреч на моем канале. Пока-пока-пока!